8-9. Всем привет! Мы продолжаем прохождение Shadowrun Returns. В прошлой серии нас такие подвигили сходить в логово Универсального Братства, немножко поистреблять местных жуков. И мы даже успели зачистить первый этаж в компании с прекрасным эльфийским рарикином, койотом и шаманом-наемником. И это, собственно, все, что мы успели. Мы поняли, что проект Аис, который мы используем для уничтожения этих неубиваемых жуков, работает. И теперь пойдем дальше. Итак, вперед. Я не очень хочу продвигаться прямо вперед. Да более того, я очень не хочу продвигаться прямо вперед. Так, шаманчик, постоянно сзади. Практика показала, что попытки радостно бежать, не встречая противника, они заканчиваются как-то плохо. Поэтому давайте мы аккуратненько. Вот по ходу. Давайте рекином сюда сходим. Никого не видим. Ну ладно. Так, шаман идет сзади. Ладно, аккуратно пойдем из-за угла. И нас все еще никто не ждет. Странно, я даже сказал, подозрительно. Что и за этим поворотом никого. По-моему, все будет плохо. У меня очень нехорошее предчувствие. А, не, нормально. Живем. Так, что бы мне сделать сейчас? Давайте выхожу сюда. Прицельный выстрел пытаюсь добить. Не добил. Крепкий дядя. Добил. Уверены, что это не Краутурн. Так, ладно. Так, как бы мне это сделать? Давайте ускорение. Нельзя. Ладно. Давайте выйдем сюда. И шанс вот 60%. У меня выстрелами плохо. Так, тобой. И не добил. Плохо. Хорошо, давайте я попробую зарубить. Разобраться. Так, это расход АП. Плохо. Поинты нам здесь покажут. По-моему, нет. Ладно. Добили. Вот
ты встаешь на Overwatch. Блин, ну дебил. Никто Overwatch нулся. Ладно. Так, что делаем? Так, что можешь делать ты? Ты, кстати, можешь вылечить шамана. И дальше жахнуть по пьюрин сектору. Да, и броньки нет, поэтому все печально. Так. Ладно, достреливаю. Пулаута. Так, койот. Койот единственная цель, в общем-то. Давайте бёрстом. Блин. Почти своего убил. Ладно, жалко, но не... Фиг бы с ней, с ним. Так, теперь ты. А, это тоже дробовик. Ладно, хотя бы минус один. Так, у тебя нет брони, у тебя... Я могу кого-то вылечить, но смысла это особо не имеет. Сейчас будет очень больно. Так. Так, тобой. Так. Ты вообще ничего хорошего сделать не можешь, ты можешь. Вылечить шамана, кстати. Это не так плохо. А тот в нормальной форме. А, ну да, мы же его не добили, он превратился. Так. Что здесь? Давайте я разбираю, пока он в форме промазал. Попал. Нет брони. Так, ты. Не надо перезаряжаться. Так, очень плохо, потому что, по сути, да я его не добиваю. Что может сделать шаман? Ох. Шаман на самом деле может сделать что-то движение куда-нибудь. Подальше. И промазать. Больно стреляют. Ладно. Давайте добиваем эту форму. Бёрстфайром. Как можно промазать в упор? Да, очень легко. Так, ладно. Хотя бы добили этого. Давайте добьем второго. Так. Шаман может подойти. Ты можешь подойти сюда.
ты можешь вылечить шамана. Да, нормально можешь вылечить, я не помню, просто не... Так, ты можешь встать на Overwatch здесь. Так, шаман. Шаман уходит за укрытие. Могу ли я что-то еще сделать интересное? Много татан, но если бы я так не разобрался. Минус 1 АП. Супер. Ладно, хотя бы Overwatch мы говорили. Так. Давай ты стреляешь. Пока есть чем. Ну, потрясающе. Добили. Так, как дела у тебя? Пробую дострелить 70%. Ну, вроде где-то 3 попадания нужно. Не дострелю. Промазали. Так. Перезаряжаемся. Укрытие. Так. Очков уже нету. Давайте книга Overwatch. Что может сделать шаман? Шаман может, кстати, ускорить. Так. Значит, я могу сделать еще один выстрел. Есть. Так, перезаряжаемся. Раз. Перезаряжаемся. Два. Будем в укрытие. Так, перезаряжаемся. Так. Лечим себя. Очень скромно. Так, здесь все отлично. Ну, шамана тоже перезаряди на всякий случай. Так, Бёрстфайром. Так, ты еще не можешь лечить. Так, а ты можешь использовать какую-нибудь... Давайте... Да, подлечим всем. Долечим койотом. Неплохо. Порядок. Мы готовы. Так, что здесь? Просто пустая пещера, ладно. Приятно. Тут фантастически неприятно. Вот самое неприятное то, что эти жуки оставляют действовать на тех условиях, которые удобны им, а не нам. Так, кстати, надо на меч переключиться. Так, здесь ничего нету.
Давайте еще один осторожный ход. Ворочимся. Жалко, шамана вервочи нет. Пока все очень спокойно, но это пока. На самом деле, койоту с дробовиком было бы удобнее, конечно, идти впереди. Но ладно. Что же, короткими перебежками. Очень короткими перебежками. Скорее уже начинаю опасаться, что произойдет что-то нехорошее. Что на нас опять выскочит. В принципе, наверное, это то, чего добиться автора игры. Ладно. Выходим в комнату. Яйца мне очень нравятся. Коловер, Ганнер и Мэйдж. Я без укрытия. Ну, ладно. Половер не очень опасный. Давайте к Ганнеру. Отлично. Так, что может сделать Койот? Койот надо двигать на 2, это точно. Так, а ну и на самом деле, мне бы отойти сюда. Да, койот здесь нормально. А Королекин с мечом Овервотчем. Койот. Ну ладно, да, я думаю, так будет хорошо. И они не добежали, и у них некоторые проблемы. Интересно, а можно ли пострелять через своего? Да, можно. Вообще без проблем. Так, а давайте-ка я... Так. Давайте я выбегу просто с мечом. Попробую его немножко порубить. Ай, нет. Не надо так делать. Так, я могу выйти сюда. И... Хоть что там? Пережил. Нет, все. Что он будет делать? Он полечился. Пытался ударить, но у него не получилось. Ну что же. Добили. Их было трое, это третий. Отлично. Подключить некого.
Так, койота уйдем вперед. Заряжаемся. Шамана тоже идем вперед. А, нет. Ну ладно. В общем-то не такая проблема. Так что может сделать шаман? А, у меня еще есть ускорение. Прекрасно. Бёрст. Второй бёрст. Так. Давайте я подойду сюда. Сделаю овервотч. Ты сделаешь овервотч в другую сторону. Шаман просто отойдет. Ё-моё, как так можно? Заряжаемся. Пытаемся добить, ладно. Берем Айгес. Ну и 80% мы его успешно уговариваем. Перезарядились. Тоже перезарядились. Так, где все хорошо. Так, давайте лечим на этот несчастный КП шамана. Перезарядились, завершили ход. Кажется, эту группу мы зачистили. Там, судя по курсору, ничего. Ладно. Идем еще вперед. Еще можно было подождать, пока закончится яд. Ну ладно, чего уж там. Пока ничего не происходит. Шаман, ну, где-то вот здесь. Все это очень волнительно, но уже немного утомляет. Интересно, либо кончится, ну, ладно. Так, сюда не пройти. Ладно. Сюда. Мне не нравятся, на самом деле, вот эти яйца. Или что это здесь лежит? Да, похоже на какие-то... заготовки жуков. Так, нам дальше тоже сюда. Так, ладно. Как идет койот? Койоту бы на самом деле стоять рядом. Здесь я хочу иметь всю группу. Ну, то есть я понимаю, что я возьму гранатом. Но здесь хочу иметь много огневой мощи. Концентрированную. Да и что ты будешь делать? Ладно. Тебя нельзя подлечить. Странно. Ай, почему? Я не это хотел. Ладно. Давайте я загружу все-таки.
Я не люблю мисклики. Потому что я думал, что... Да, я хотел отменить. В общем, ладно. Так, давайте тогда шамана сюда. И ты... А, у нас зрения уже нету, ладно. Хорошо. Лезь сюда. Тебе... А, тебе... Нет, тебе не с одиночным. Тебе с бурстом. Так. Ну и раз уж... Пошла такая пьянка. Раз уж я знаю, что здесь сейчас будет. Так, попал он, по-моему, по шаману. Так. Так, что с тобой? Давайте бёрстом. Может, эндшотом? Давайте эндом. А, вас не хватает. Ладно. Просто одиночным. Мимо. Так. Мне особенно радуют вот такие вот нейтральные ходы. Ах. Так. Пулаута. Так, давай, я вот даже теперь не знаю, кстати, или вторым фуллаута снять этого. Давайте я слоу кину. Может, не дойдет. Так. И здесь я тоже поворочу. А, еще надо было полечить шамана, ну ладно. Блин. Я дебил. Так, ты стреляешь так. А, у тебя все печально. Промазал. Что здесь? Промазал. Перезарядился. Так, минус один. Трушный. Здесь, по-моему, да, здесь, но, к сожалению... Очень грустим. Так, и да, я не бил. Надо было бурстом стрелять. Вообще надо было эту штуку дать кому-то другому. Ох. Давайте постреляю. Не добил, ну ладно. Так, этот... Они оба живые.
Это даже неплохо в чем-то. Так, лечить нечем. Так, что у тебя? Патронов мало, но ладно. Убили. Так, что может сделать шаман? Точнее так, что можешь сделать ты вообще? Можешь ничем рубануть? Да. Хоть что-то может сделать этот арлекин. Да, лечить некого. End не нажимаем. Понял, что это была ошибка. Так, и... Overwatch. Так, у тебя перезарядка. И тоже Overwatch. У шамана... Не знаю, что он еще может сделать. Давайте барьер. Может, он на них подействует как-то плохо. Да и ё-моё. Да, урон мы получили, минус один опыт получили. Так, хорошо. Так, Арлекин, давай достреливаешь раненого. Я думал, самый хороший шанс, молодец. Так, теперь перезаряжаемся. И продолжаем стрелять по Бюрнсекту, второму. Ну, и, ну, должны дострелить 15. Ладно. Такое ощущение, что мы... Это, кстати, интересно, чем считается дробовиком. Сейчас посмотрим. Так, просто если это дробовик, то, возможно, есть смысл... Айгис Лаунчер. Ну, не написано, ладно. Просто перезаряжаемся. Никого мы не полечим. Так, ладно. Сюда. Да, наконец-то можно увеличить один хп шаману. Что можно сказать, здесь было горячо. Так, здесь ничего интересного. Там какие-то технические сооружения. Давайте пойдем аккуратно. Очень аккуратно.
Здесь пока никого. Я потихонечку привыкаю, что здесь нет гранат. Я могу стоять кучно. Еще интересно, как здесь с Friendly Fire. Довольно дружественно. Судя по всему, он работает только от дробовиков. И похоже, нам, я не знаю, может быть сюда? Может быть сюда. Не очень понятно. Ну, разберемся. Ощущение, что отсюда полезут. Пока не лезут. Подозрительно. А, они все идут в одну сторону. Я понял, да здесь ничего. Здесь, кстати, и не пройти, похоже, что. В общем, идти нам по этому мосту. Мост хороший для нас, но я думаю, что жуки найдут способ как-то нас порадовать. Может быть, они спрыгнут сверху. Может быть, здесь наоборот стрелки будут. Мне не нравятся вот эти вот жуки-бомбардиры. Очень не нравятся. Мне нравится то, что нас здесь никто не встречает. Вот явно тут засада. Ну, не засада, но в этой комнате кто-то есть определенно. Не может быть. Вот, а еще я немножко ленюсь и не становлюсь в Overwatch. А это плохая практика. Ну, явно на самом деле полезу с двух сторон. Из этой двери и из той стены. Поэтому... Нет, ты сейчас переключишься на меч. Не знаю, что он тебе даст, но хоть что-нибудь. Так. Там что-то есть. Здесь. Так, ладно. Займем позицию за ящиками. Займем позицию рядом. Займем позицию еще ближе. Так, здесь я на самом деле очень закладываюсь на то, что это будут жуки, а не кто-то еще. Потому что если это будут люди, то мне будет очень интересно. Знаете, давайте я ускорю. А, я не могу ускориться так просто. Ладно. Вхожу в комнату. Опаньки, здесь двое ребят. Они не очень дружелюбны. Ничего себе. Так. Давайте я подойду в упор. Плохо. А, надо было, наверное, дальше.
Хороший кредит. Так, здесь, в общем-то, ничего особо интересного. Ну, хотя, как особо интересно, ладно. Что здесь? Так. Да, вместо гранаты. Возьмем тебя. Что тут? Еще есть что-нибудь. Так, а у тебя? По-моему, у тебя есть... Да, у тебя есть пустые слоты. Инвентарь. От гранат как раз. Сейф, который я не взломаю, мне некем. А, полстела. Декинг. Ну, декинг ваш только, ладно, ладно. Ух, возможно, это мы зря. Делает шаман, берет. Да, лечить некого. Так, ладно. А, нет, здесь все чисто. Переход на новую зону. Все, я вас понял. Здесь нет никаких приключений. Интересно, что он не сюжетный. Точнее, он не желтым, по-моему, профилон, как обычно, сюжетный. Но я думаю, что нам сюда. Так, забаг шаман. Мы слышим какие-то странные ритмичные звуки. Слышим битвы. Стрекот крыльев. Какой-то низкий голос. Голоса. И у нас... И здесь, похоже, что-то сейчас произойдет. То, что мы будем останавливать. Так, ох. Кстати, пути назад нет. Кто бы сомневался. Ну, что же. И, кстати, мы не в пошаговом режиме. Пугает. Пугает очень сильно. Джессика. И ее эльфийская подруга. Давайте-ка вот сюда. Там как бы по вам выстрелить. А, вот наконец-то начинается что-то так. Остановись, королева появляется. Мы не можем быть прерваны. Давайте мы скажем, что взяли ее сосуд. Но они нашли другую. Мы ее не успокоим.
Когда вы умрете, так все королевы рядом, да. И почему мы дали им первый ход? Так. Интересно. Так, по жесть. Так, по эльфийке стрелять нельзя. Она, похоже, вообще неуязвимая. А, да, это как раз хвост. Понял вас. Так. Ладно, что делает шаман? Шаман ускоряет. Давайте я постреляю по пилору. Полностью автоматическим. Понял вас. Давайте я подойду поближе. Так. Давайте я подойду орликином. И постреляю. Так, тебя не берет, похоже, вообще ничто. Так. Хорошо. Давайте я встану сюда. И дам. Давайте прицельный. Кстати, хитпоинты показывает. Никак. Шамана, я просто спрячусь. Так, и пошли жучки. Так. Окей, все пилоры безопасны. Давайте я выйду сюда. Прямой выстрел. И фуллаута по Джессике. Мало. И хэдшот. Так, что может сделать шаман и что может сделать койот? Они могут не убить воркера. Совсем не убить воркера. Так, Орликин может зайти за два хода. Хорошо, давайте я один раз рубануть. Давайте я воркера попробую снять. Ладно, мне, в принципе, устраивает такая ситуация. Так, этот гражданин хорошо танкует. Ладно. Так, у меня что здесь? Так, а если так, то какие шансы крита? 29. Ну, давайте. Двумя очередями. Мне не понравился этот звук, ну ладно. Так. Дальше. Так, не. А, это что-то. Это эйм, понял.
Вообще, я могу, кстати, на себя сдать эйм. Да. Я теперь заряжусь. Нет. Ладно, рубанул. Все-таки не бил. Что, что может сделать шаман? Зайти вот сюда. Что даже в упор 44. Ладно, добили. Так, она хорошо отличилась, так. Мне это не нравится. И еще один пришел. Где-то еще один вылез. Плохо. Вторая очередь. Так, что здесь? Так, давайте я стреляю. А, я его так просто не убью. Я понял. Ах. Сняли одного. Возможно, надо было концентрироваться на самом деле на Джессике. А, я всех своих потратил. Ладно, плохо. Еще плюс 20 хп. Совсем печаль. Ладно. Хэдшот. Хэдшот. Перезаряжаемся. Что это пулаута? Половина нормального урона. Здесь две атаки с наличным шансом крита. Ладно. Так, хорошо. Так, ты стреляешь всем, чем есть. Может, тебе надо не стрелять? Может, ладно, пока не будем это сдавать. Так, ладно, просто стреляем. Мимо. Так. Койот. Нет, давайте сначала койотом. Сюда один ход. Какие у тебя шансы попасть? Давайте я все-таки встану сюда. С 64% я промажу. Так, теперь Арлекин добежит. Тоже промажет. Она нанесла немножко урона, но не поможет.
Так, что может сделать шаман? Так, главное нажимать эту кнопку. Встать сюда. Ускорить моего стрелка. Мне не нравится этот звук, но ладно. Как посмотреть, сколько у тебя хп? Уже немного. Кажется. Кажется, мы с ней договорились. Так, ладно. Пробуем вылечить шамана, бедняжка шаман. Пробуем срубить эту колонну. Ее ничто не берет. Я вас понял. Ладно, пока фиг с ней. Так, пойдем сюда. А, зарегать зарядился, надо было стрелять, но ладно. Хоть что-то. Похоже, стреляет по... А, нет, они сумонят. Нет, они просто работают. Ауэ. Ладно. Это было больно. Ну, что ж поделать. Лечимся. Так. Ставим на Overwatch. Хилера стрелять бессмысленно. Перезарядились. Так, шаман. Похоже, может что-то призвать, но ладно. Да. Так, апокалипс. Не знаю, кто это такой. Что он может сделать? Очень много урона. Так, ладно. Стреляем в пьер инсекта. Перезаряжаемся. Не смогли. Так, минус один. Хорошо. Так. Что вот эта штука делает? Ага, понял вас. Интересная штука. Ладно. Так, что делаешь ты? Стреляешь. А я могу похилиться, да. На мало. Ладно, не добил, не добил. Не особо-то страшно.
Так, что может сделать шаман? Нам перезарядиться. Хорошо, он на правильную цель согрелся, он молодец, так. Так, теперь давайте думать. Так, пробуем добить трупа Селдера нашим духом. Не добиваем. Так. Что может сделать Кайот? Кайот может перезарядиться. Давайте дострелим. Перезарядимся. Я его не добил еще. Плохо. Давайте просто ничем. И здесь перезарядка. И просто выстрел. Больно. Прямо очень. Так. Хорошо, убиваем Солдера. Ускоряем. Ты еще стоишь на ногах, ладно. Ладно, добили, это хорошо, пусть здесь стоит. Так, Арлекин. Итак, ты. Убил, отлично. Ладно, завершаем ход. Я надеялся, что он согреется на элементале, но ладно. Он добивает инсекта. Перезаряжаемся опять же. Очень занудно. Так, минус один. Это хорошо. Так, 74. Мне что-то сказать, что нет. А, нет. Добил. Так. Хорошо. Едем сюда. А, это были все ходы, ладно. Понял вас. Так, что может сделать шаман? Лайтинг барьер. Не, а смысл? Не вижу.
Давайте просто. Ладно, просто перезарядим все. Молодец, правильно цель стреляешь. Отлично. Так, я становлюсь сюда. В общем-то, да. Почти. Так. Сюда выходит койот. Ладно, просто обычно. Еще раз обычно. Отлично. Так, что здесь? Я здесь очень азартно играю, но ладно. Почему по шаману-то минус 2 АП сразу? Ладно. Так, и теперь попробуем по пилорам. Еще остался задача остатки на истинных форм насекомых. А все, наконец нас встречает Джессика. То, что когда-то было красавица, теперь будет просто пустой оболочкой. Ее бывший себя, ее кожа бледна, ее губы сухие, ее глаза топлены в ее череп. И ничего явно не хватает сейчас. Моя связь с королевой, она прервала ее, сдала меня. Ну, в общем-то, там есть улья под каждым городом. Так, она, кажется, раскаялась. Ну, да, берем ее с собой. Ничего, эти жуков кормить out of shadows. Тут мы выбрались из дома универсального братства. Ослепленные светом огней без исхивания, окружающих нас. Запах икора, похоже, от нас не отмоется. Мы положили Айгес, да, шотган все-таки. И, кажется, мы закончили наше дело. Мы должны позвонить в телефон, и это закончится. Так, поговорить с Джеймсом Телестрианом третьим. Больше здесь и не с тем. Но, похоже, уже говорил ритуал. Здесь уже говорит о третьем. И после того, как мы прервали ритуал, Банзай догнал Джессику в малой комнате, в которой она была с двумя жуками. Вот. Они собрались ее есть, и да, это был, да. Он искажает наши слова, или она, я не знаю, Ролькин. Вот, и сдали
чтобы... Ну что же, проект Айгис работал хорошо. Так. Спросим, что там будет с нами. Ну, в общем, да, нас, похоже, чем-то наградят. Here you have an opening for a new security. Это вообще немножко нагло. Можно решить маккенские значка. Это глупо. Давайте поговорим по улице. Так, ну, в общем, он чертов расист, он берет работу людей, только эльфов. Вот, но мы станем консультантом. Вот один человек нормально. Ну что же. С кем мы можем поговорить? С койотом. Да, это было немножко сложнее, чем мы представляли. В общем, пока она собирается в Shadowrunner'ы. В принципе, логично. Так, что скажет Арлекин? Мы его развлекли. Сложник дракона уже свалил. Так, а вот с делами... Дело с законами вести не нужно. Интересно. Какой урок? Игра нечестная. Все как всегда. Ничего не меняется. Кто он такой? Друг. Пока у меня тут что-то надо, тогда я козёл. Ну ладно. Поговорили. Так. Джек Эрмитаж. Окей. Ну чё ты смеешься во мне? Окей. Да, это решает стрю Бадзай и мертвый руки.
ладно. Это занимается делами раннеров, дело Макинским. Так, не очень понял, откуда у нас такая нелегкая, но, возможно, если бы я читал не сюжет, я бы понял. И вот, Дрезден. Человек, с которого все началось. Окей. Окей. Ну и мы позвоним. Так, и это, я так понимаю, что конец игры? Так, а денег, я так понимаю, что... Нет, так, у нас нет своей сестры, которая его в итоге убила. Передай Джессике мои извинения. Ах, да, скажи ей, что я ее люблю. Да. И нам ничего не заплатили. Вероятно, ждала, что Джессика заплатит. Ну что же. Чем кончилась история? История Потрошителя была популярна несколько недель. Затем люди сфокусировались на других вещах. Кстати, там сняли фильм по поводу этих событий. Так, дальше. Отчет о перестрелке. Ну, в принципе, утек в прессу, но никаких упоминаний о духах, Сталинкритим или Шедранерах не было. Через год Чикаго объявил карантин между Питером Мичиган и рекой Дес Фалей. Ну и проект Аикс доработанный решил эту проблему. Семья отцов исчезла. Ну что же, это была хорошая партия, не самая плохая игра. Не знаю, что будет дальше. По видео, по стримам. Это пока. Всем спасибо за просмотр. Всем доброго вечера и здоровья, конечно же.